У меня к вам вопрос какой, жена Волгоград. Значит, я был в посольстве в Болгарии, они сказали, что будет крупное мероприятие, посвященное до 40-летия, по-моему. До 40-летия, но у нас этому будет посвящена кинопрограмма, которую мы делаем совместно с посольством Болгарии, с культурным центром. И эта кинопрограмма будет посвящена русско-турецкой войне, и таким образом контекстно будет раскрывать обстоятельства создания балканской серии Василия Васильевича Верещагина. Вопрос нескромный. А когда это будет? В марте, я вам точные даты сейчас не назову, следите за информацией на нашем сайте. Мы о наших кинопрограммах с удовольствием рассказываем. Спасибо большое, всего доброго. Пожалуйста, всего доброго. Вот эту рекламку сделай.